Кстове семья из 4 человек отравилась газом. Это произошло сегодня ночью. 30-летний мужчина погиб, его жена, 26-летняя женщина с сыновьями 6 и 4 лет в больнице. Следователи СК организовали доследственную проверку. По предварительной информации, вечером в квартире на 5 этаже работали газовые приборы. Пластиковые окна были закрыты. Женщина внезапно упала в обморок. Ее муж сообщил о произошедшем родственнику. Именно он и вызвал спасателей, которые вскрыли квартиру и обнаружили всю семью без сознания. И они... Квартиранты меняются там очень часто. Ну что, они живут 2 года, наверное. Наверное, колонка всего скорее. А это? Семья неспокойная, так не скажешь, мол, так какие-то благобаширы. Да, у нас подъезд вообще спокойный, нет. В ходе обследования жилого помещения следователями Следственного комитета совместно с представителями газоснабжающей организации неисправности вентиляционных коммуникаций не обнаружили. С места происшествия изъята газовая колонка. В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.